Гаджеты на помощь слабовидящим. В соответствии с госпрограммой «Доступная среда» собственники зданий и руководители организации обязаны создавать на своей территории условия для доступности инвалидов и оказания им услуг. Так, в Якутском городском медицинском центре активно начали использовать гаджеты для помощи слабовидящим. Преподнеся устройство к чипам, установленным на дверях кабинетов, пациент может ознакомиться с расписанием работы врача, а также узнать подробные рекомендации при различных обследованиях. Подносится аппарат. Вот. За отсутствие суток до проведения урографии нужно исключить из потребления свежие продукты и овощи. Ну, это типа такого. И, соответственно, вот таких здесь еще, тут, наверное, скорее всего, не видно. Вот здесь еще информация сопровождается шрифтом Брайля для совершенно незрячих. В последующем у нас еще осталось самооборудовать тактильными плитками напольными, чтобы уже без сопровождающего самостоятельно они могли найти соответствующие кабинеты.